Всем привет! Сегодня у нас 10 апреля, среда. Смотрите, мои киранки в себя приходят. Сейчас покажу вам еще все остальное. Все обрезанное. Потихонечку растет, бутончики снова набирает. А тут смотрите, что у меня происходит. Моя рассада. Это походу бутончики, да? Точили такие уже, смотрите, вымахали. А это перчик сладенький. Вот, там тоже бутончики уже закладываются. Здесь еще не видно. Вот, смотрите, бутончик. Базилик, смотрите, как вырос. Тут тоже бутончик. Паприка. Дынька. Когда тепло, солнечно, смотрите, как вымахало. И вот, вторая. Короче, две только осталось. Так, это моя календула. А теперь смотрите, помидоры. Помните, дохлики были какие? Смотрите, какие вымахали. Это вот фляж томатный. Пока нет цветочков, ничего нет. Вот, самый большой ствол, невысокий стальной. А теперь смотрите, черри. Вот он, первый помидорчик. Ай, видно, нет? Маленький. Ну, какой. За пару дней уже так вымахал. Видите, здесь еще сколько цветочков. Вот здесь вот поменьше тоже. Тоже вон цветочки. Вон видно прям бутончики. А здесь вот тоже только маленький. Пока цветочков нет, пока только бутончики. А это дикий томат. Вон тоже бутончики. И здесь тоже бутончики. А это вот мой цветочек неизвестно начинает цвести. Так, это как его? А не помню, как она называется. То, что я прищипнула, смотрите, какая уже вымахала. Вот тут, тут. А то, что вот здесь была рассада, большая часть, конечно, сгорела, я уже показывала. Но вот этот, который остался, вот то, что я прищипнула. Смотрите, походу, бутончик, что ли. Он из последних сил. Не хочу умирать. Давайте расцвету до последок, так, что ли? Не знаю. Так. Тут вроде выжила. Тут частично вроде тоже. Вот этот, скорее всего, тоже умрет. Ну, горели, в общем, на солнышке. Зеленюшка тоже. Вот. Базилик только выжил. Вот здесь. А это, я думаю, все тоже сейчас помрет. Ну, тут. Да, остальное, я думаю, то, что не взошло, может быть, то еще выжило. Так это мамины цветочки, они живые. А вот мои. Ну вот, некоторые три штучки осталось из всех. А клубника вся пропала. Вся сгорела. Вообще ничего не осталось. Единственное, я жду только те семена, которые не успели взойти, может, они еще выйдут. Но. Я вчера подумала, что у меня уже все равно клубника вся пропала. А еще смотрите, бутончик, видите? Скоро мох мой зацветет. Вот они, смотрите. Я думала, они только в сентябре будут цвести где-то. Не, уже собираются. Я даже вот в этом маленький, который самый был. Вот. Чубрец, смотрите, как разрос. Я же даже его так обрезаю и чай себе завариваю. Вкуснятина. Так, что хотела сказать. Я заказала вчера себе клубнику. Как она называется? Сама роуз, что ли? Ну, короче, летняя роза, или как она там переводится. В общем, цветочки у нее красные и такие махровые. То есть она мало того, что красиво цветет, еще у нее клубнички есть. И, знаешь, получается, вот весь сезон цветет, плодоносит. И потом, ну, она зимостойкая,
Ну, можно домой занести, и дальше она будет продолжать цвести, туда носить. Ну, посмотрим, интересно, что мне придет. Сегодня уже выслали, написали. Не знаю, наверное, завтра придет. Ну, завтра, послезавтра, в общем. Буду снимать, так что не уходите. Мои тюльпанчики. Красивенькие. Это беленькие. Сейчас вам покажу. Оставайтесь, сейчас покажу вам черные. Ой, мои флоксы как раз цвели красивенько. Ох, какой черный. Черный тюльпан. Сирень мутант. Сколько лепесточков там. Ой, как пахнет. Вот смотри, они прям такие. Ну, сирень такая, как этот. Махровая. Прикольная. И пахнет. Подушечка из цветочков какая. Красивая. Всем привет. Сегодня у нас 11-е. Смотрите, пришла моя посылочка. Апрель, естественно. Сейчас буду открывать, смотреть, как там моя клубничка. Дошла? Нет. В смысле, живая? Так, самое интересное. Так, там орехнул. Ага, смотрите, как хорошо запаковано. Мои клубнички. Вот упаковка. Ой, хорошая. Посмотрите. Ой. Все живенькое, все хорошенькое. Все, сейчас туда вытащу и вечером все буду сажать. Ой, супер. Довольная. Не уходите. Я еще покажу, когда все посажу. Вот, я их распаковала. Свеженькие, все хорошо. Есть пара сломанных листочков. А так, блин, вот, видите, вот, сломанные вот. А так, все нормально, сегодня я их уже сразу посажу. Смотрите, мне новый цветочек Саша подарил. Фуксия. Так, клубничку я себе посадила. Вот, сейчас уже две. Вот, я несла наверх, это осталось. Смотрите, что у меня персичек. Видите, мой. Смотрите, вот. Первый уже нектаринчик маленький. Так, не уходите, сейчас покажу, как получится. С моей клубничкой там дамудите. Моя осенняя маленькая, смотрите, здесь руки. Ой, цветочки. Тут цветочки. И на летний, представляете? На летний тоже. Я думала, на летний в этом году не будет. Прикольненько. Вот еще. Ай, видно. Готовченка. Вот, все посадила. Все хорошенькие. Вот, все покажу. Сорт называется. Вот. Видно? Summer Breeze Rose. Надеюсь, получила действительно то, что тут написано. Все не должны быть красненькие махровые цветочки. И плодоносить должно прямо весь год. Она зимостойкая, но можно, опять же, как я уже вроде говорила, занести домой. И там она будет продолжать, я так понимаю, цвести и плодоносить. Еще смотрите. Начинает цвести, новые цветочки начинают цвести. В общем, решила я сюда перетащить эту фуксию. Вот здесь вот, вот так, в общем, вот так решила замутить. Все, передвинуть. Так, ну и деревце вот на свое место стало. Вот так. Может быть, со временем. Может, и второе дерево тоже сюда перенесем. Вообще, я планировала их все-таки посадить. Ну, когда уже будет с участком все готово. Да, и посадим. Вот она тут. Такая мне красота. Эти клубнички еще красным цветом будет цвести. Вообще будет лепота потом. Вот. В общем, пишите комментарии. Всех люблю. Всех целую. Всем пока.